сложные. Вот откуда они эту традицию? Как они так? Да, конечно, в этом потомственные. Они же коренные. И родились здесь, и деды, и прадеды. Вот оно и передовое. Но они что, в музыкальной школе учились? Не учились. Народные. Это же вот все, как говорится, передовое. Чтобы так спеть, сейчас надо консерваторию закончить. По-моему, нужно родиться. Консерватория не поможет. Вот это, Василий Иванович, правильный ответ. У нас преподаватель был. Родиться надо казаком. По классу скрипки. И вот он воевал как раз в этой Венгрии. И слушал, как крестьяне играют на скрипке. Вот. Хотя он сам с конвазовского образования, он говорит, нужно родиться, чтобы так играть, как они. Вот поэтому я думаю. Есенин как писал, что певалось с дедами, то поется внуками. Правильно он сказал? Вот оно и передавалось. Это у нас появилось постоянно. У вас в Микенске. А здесь не пели эту песню? Застольем постоянно. А вот это вот. Так это вот вверх поет Цемляцкий. Нет, а кто? Мулюх. Мулюх? Петров. Петров поет? Да. И тут Петров, понятно. Петров. А Третьякова Дмитрий Константинович, вот такого росточка, а какой у него был. А Иван Яковлевич, он говорит, он был сюда. Высокий это Петров. А он какой был? Кто? Комплекция, какой он был? Кто им? Мулюх. Мулюх маленький, небольшой. Небольшой. Иван Яковлевич, он росточка небольшого, но там он широкоплечий был. Он 45-й размер носил. А сам где ниже меня. Ну, у него хороший тенорок. Лирический. Поют они гениально, просто гениально. А Мулюх что-нибудь обозначает, это слово? Кличка. Нет, кличка, ну, понятно. Кличка, нет. А само, само слово? Не знаю. Мы, почему Мулюх интересовал? Вот у нас кличка была родовая, тюльпаны. Тюльпаны, почему? Потому что, будучи уже в преклонном возрасте, молодо выглядели. Свежий на лицо, вот мне 60 лет. Да. Мне хоть не дают. Да. Хорошо. Вот поэтому кличка тюльпану, лазоревый цветочек, да? Вот, да, степной, да. Офицерик молодой, подъемоконник вороной. Офицерик молодой, подъемоконник вороной. Подъемоконник вороной, весь убор золотой. Подъемоконник вороной, весь убор золотой. Еще надо, что станица основана в каком году там тоже. Где-то по дороге слышен выстрелы порой. Из набега удалого едут казаки домой. Из набега. Как я называю, высокой модой,
да, то есть кипрцы и москвичи больше знают и любят сербские грузинские песни, чем на самом, да, на самом деле. Как ни странно. Вот, и сейчас вот не знаю, что у нас получится, пытаемся вернуть все это вот в лоно бытования природного и его бытования. Да. Так, может быть, я вас приглашу зайти тогда? С удовольствием, батя. Воскресная школа — это уже нечто. Ну, постоянно. Да. А вы здесь давно? 4 месяца. А, 4 месяца. Да. А до вас что-то здесь было? А до нас священника не было здесь, наверное, лет. Ну, около, наверное, 10 не было постоянного священника вообще. То есть я приехал, ну, год или халеси, конечно. Наложили свой отпечаток и чехарду внесли в церковную жизнь. Кто? Ну, имеется в виду священника, как же вы, как сами знаете, могли украсть Васильевская станция, недалеко отсюда, Микенская, священника фараона. И поэтому предусмотрительно церковное руководство на постоянное назначение кого-то посылало. Вот только теперь начинается оттепель какая-то. Ну, посмотрим. Посмотрим людей, чем это закончится. Вообще, по законам шариата в исламском мире не положено ни званий, ни крестов выставлять, ни поколоками. Здесь видно, как еще более-менее позволяют нам звонить, все мы знаем, что в будущем это мы будем. Так что даже чеченцы говорят, нам радостно становится звонить. А у нас тут принято уже у местных христиан кричат они там, а мы про себя символ веры даже. Тоже лишний раз не будет. Чем больше молиться будете.
Такое предложение, что давайте мы вот туда все встанем вместе, мы вам подарим и помолим. Те книжки, которые у нас выходят, что значит, да? Что делать?